Комсомольские полицейские попали в затруднительное положение. По иронии судьбы, они разыскивают не преступников, а наоборот их жертв. Обратиться к горожанам стражи правопорядка были вынуждены после посещения ломбарда в рамках оперативного мероприятия. Хранилище займовой организации представляло собой целый гараж двухколесных транспортных средств. С начала летнего сезона в городе Комсомольске-на-Амуре участились случаи краж велосипедов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было изъято 22 велосипеда. Пока удалось установить владельца только одного двухколесника, этот мужчина не был потерпевшим, свой велосипед он заложил в ломбард из-за денег. Одновременно с обыском скупки полицейские задержали двоих подозреваемых в кражах. Как признались сами задержанные, они промышляли тем, что укатывали оставшиеся без присмотра велосипеды. Одному из злоумышленников 20 лет, он уже был судим, его 26-летний подельник оказался человеком с безупречной репутацией. Пока оба отпущены под подписку о невыезде. Как ни странно, судьба похитителей сейчас зависит от владельцев угнанных транспортных средств. Если от них поступят заявления, то мужчин ждет суд по 22 эпизодам краж. Если вы узнали свой велосипед, обратитесь в полицию. Своих хозяев двухколесники будут ждать в отделе по улице Кирова, 7. С места происшествия Надежда Томченко, Кирилл Новиков. По материалам полиции Комсомольска-на-Амуре.